возраст рыбы как определить? За нижнюю губу. Красивенько. Вот так. Иди неси жене кофе в постель. 2 секунды времени, и у тебя будет подготовка. Лёлика запустили уже? Класс. Дружище, я хочу купить пол луковицы. Ну, получилось розовенькая и желтенькая. Вот такой вот вариант. Надеемся, вам понравится. Очень-очень нравится. Супер, ребята, посмотрите на эту красоту. Какая красавица. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Мы в очередной раз выбрались наконец-то на Днестр. Вот. Мы на месте номер 14. Это Николай. Всем привет. Вы его знаете. Это Марина. Всем здравствуйте. А вот. Это жена Николая. Да, моя жена. Да. И мы сегодня приехали попробовать порыбачить с очередным экспериментом. Значит, в чем он будет заключаться? Наша рыбалка то планировалась, то сорывалась, то опять планировалась, то опять сорывалась, поэтому горох мы не приготовили. И, в принципе, это видео будет полезно тем, кто вечно работает, нет времени варить горох там и так далее. Но при этом есть альтернатива. И эту альтернативу мы хотим сегодня проверить ее эффективность. Возьмем вот такую пелец, ракушка. Почему ракушка? Потому что здесь буквально метров 15 начинается слой такой, полоса ракушки. И думаю, что здесь именно попробуем половить. На этой ракушке. Есть такие, конечно, и мед, и фрукты, и чеснок, и так далее. Но почему-то хочется ракушку. И будем ее заправлять тутти-фрутти и краб. То есть сейчас, получается, у нас сегодня какое число? 28. Сегодня у нас 28 сентября. Это как раз такой переломный момент, когда должна работать и сладость, и уже мясо. То есть запах мяса. Секрет же у нас будет еще. Поэтому мы попробуем эти два варианта поэкспериментировать. Что еще идет? Работает либо сладкое, либо мясное. Оснастка у нас будет инлайн с кормушкой паук. Такая кормушечка с грунтозацепами, 100-граммовая от фирмы Потап. Работаем на 4 удилища. 2 на тутти-фрутти, 2 на краба. И проверим эффективность. Как она будет. Марина сегодня будет отдыхать. Мы постараемся сделать так, чтобы она сегодня отдыхала. Вырвалась на свободу воспитывать 2 детей маленьких. Поэтому она сегодня балдеет на природе и дышит свежим воздухом. Правильно? Да, спасибо. Отлично. В одну из прикормок мы добавим один небольшой секретик. Если он сработает, значит, тогда уже расскажем, что это было. Если не сработает, то и смысла про него говорить вообще нет. Правильно? Пускай в комментариях напишут догадки, что это есть, что это мы будем добавлять. Ага. Ну, попробуйте написать ради интереса. Что, пакетик у нас. Да. Только не показывай, что... Не надо, не показывай, все. Я думаю, достаточно для начала. Пахнет хорошо. Сладким. Написано тутти-фрутти. Давай. Краб. Пахнет? Ну, такое. Давай. Ну, это сладкий. Сейчас он настоится. Надо хорошенько помешать. О, так пошел запах, елки-палки. Да? Ну, вот получилось розовенькое и желтенькое. Так, ну вот, друзья, наш пелец постоял буквально минут 6-7. Начинает он набирать влагу, набухать немножко. Вот, в принципе, так и должно быть. Что мне нравится в нем, что его можно брать экономно. То есть, половил немножко,
Там буквально вот две пачки одного варианта и две пачки другого. Половил немножко на одно-два удилища. Все остальное, он в пакете лежит, как бы проблем нет. Горох, конечно, если вы сварите, то уже его, как говорится, домой не заберешь. Крючок будем использовать Гамакацу, серия LS3513F, шестой номер. И с ним насаживать на него будем гранулы рыболовные. Они есть разного варианта, конопля, тутти-фрутти, креветка. То есть будем пробовать разные варианты. Цевье у крючка такое широковатое, как раз оно подходит под эту гранулу. Посмотрите, друзья, какая-то рань клюет, а? Надо. Она, вон, смотрите, видите? Хорошо зашел крючочек. Вот такая красавица. Уха сегодня будет, да? Давай ее в ведро. Есть контакт. Ну слушай, жирная. Друзья, пока я тут ходил по берегу, встречался с друзьями, Коля тут уже поймал двух карпов. Этот маленький. Это такой уже хорошенький, уже чисто двушечка. Возьми в руки. Покажи. Ну вот. Вот такой вот вариант. На краб и на секретный краб. Ингредиент. На краб и секрет. Вы да. Поняли? Ага. Который будет известен позже. Добро. Так, ну что, давай маленького сразу выпустим. Маленького даже выпускаем. Чтобы... И будет выпускать у нас Марина. Я? Да. А большого пока мы положим в садочек, правильно? Конечно. Ну все. Все, 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 пошел, 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 пошел. Скажи, пожалуйста, а вот какое чувство ты испытывала, когда отпускала рыбу? Честно только скажи. Жалко? Нет. Честно? Ну честно, чего жалко? Если она все равно же вырастет. Приятнее ловить большую рыбу, чем маленькую. Правильно. Да? Вот молодец. Молодец. Плохо видно. Но, друзья, уха у нас готова. О. О. Да. Еще вам? О. О. Супер. Романтика. И комаров нет. Комаров нет. Ужин на Днестре. Красота. Распадается. Это у нас получается уха из карася и тарани, да? Да. То есть получается, пока меня не было, ребята поймали и карася, и карпов. Молодцы. Молодцы. Ну, чья школа? Да. Друзья, Марина нам приготовила такую уху. Смотрите, какая красота. Супер. Да. Будем пробовать. Спасибо, спасибо. Ну, давай. Попробуем. Класс. Супер. Как раз то, что нужно. Я такую как раз люблю. Чтобы не сильно пересоленная была. Нормально. Вот помидорчики, перчик, огурчики. Пока еще есть. Кушаем витамины. Витамин, да? Да. 10 часов вечера. Вот клюнул такой карасик хорошенький, смотрите. Ну, пока еще не спим. Вот. Ну, уже хотели как раз ложиться спать. И он клюнул. Так что будет что завтра пожарить. Да. Первый утренний карп. Ну, вот она, смотрите. За нижнюю губу красивенько. Первая поклевка на тутти-фрутти. Да. Открой карпик.
Друзья, ну, мы его отпускать не будем. У нас спит прекрасная Марина. Надо ее попробовать накормить. Покормить. Да. Так же, как и Артема. Да. Ну что, друзья, будем варить кашку с утра. Водичка кипит. Это хорошо. Кашка с медом и бананчиками. Ну что, давай отнеси Марине в палатку. Сейчас принесем. Давай. Опа. Вы поняли, друзья? Романтический завтрак. Делайте своим женщинам приятно. Подавайте иногда завтрак в постель. Они этого очень любят. Как кашка вкусная? Супер, сейчас и надо купить. О, и кофеечек. Вот так. Иди неси жене кофе в постель. Мы уже позавтракали. Ветра нет, дождя нет, и клёво .com.ua тоже пока нет. Таранечка. Утренняя тарань. Хорошо, красивая такая. Давай. О, и тут клюет. Вот видите, как мы позавтракали, рыба позавтракала. Мне тоже начинает только завтракать. Выбираем колокольчик, так ненавистный всеми рыбаками. Давай, тяни. Не, это... мелкая. Понятно. Не, с утра у нас карпик был. Ну, был карпик, а сейчас... На тутти-фрутти. Да. А теперь... Одна тарань на тутти-фрутти, вторая как заглотила. На краба. Таранечка. Подожди, стой, давай покажем. На дно так тянуло просто. Я подумал, что карп. Угу. Поэкспериментируем немножко с насадкой. Я возьму сейчас горох вот такой насадочный. С анисом. И сделаю волосяную оснастку. Подцеплю одну или две горошины, посмотрим, как будет лучше. Так, что там, Коль? Подлещик. О. Попался нам. Козлик. Небольшой, да. Друзья, это мы поменяли, получается, насадку. Горошину. На две горошины. Давай. О, взял. Наши подписчики канала «Все для клёва» сгребают мусор и сжигают его. Привет, друзья. Паша, привет. Доброе утро. Привет, рад дорогой. Видеть, Саша. Рад видеть. Что тут? Он показывает, что ты делаешь? Ну, строил говно не влезть. Тут я так понял, что не один десяток человек нагадил. Да. Пришлось немножко поубирать. Очень портит вид. Да. Настроение сразу меняется. Друзья, у Паши сегодня день рождения. Представляете? Смотрите, чем он занимается в свой день рождения. Вы поняли? Насколько это активный человек. Человек с ума сошел. Человек с большой буквы, я скажу. Что на природе, в свой день рождения, вот, ну, надо вместе с друзьями. Делать. Правильно. Мы же правое дело делаем. Действительно. Давай отойдем, потому что мы вернемся. Друзья, ну, так как у Паши сегодня день рождения, я хочу сделать ему подарок, сделанный своими собственными руками. Да ладно, что, нормальные очки. Паша, вот тебе моя оснастка. Спасибо. Она... Надо. Самое уловистое будет на Днестре. Я даже понял. Сейчас мы возьмем, поставим 2 секунды времени, и у тебя будет поклевка. Лёлика запустили уже? Да, лёлик уже. Уже в воде? С карпом? Да. Тут два крючка. Я услышал. То есть это да, для слепых, как ты говорил. Да, для слепых, да. Вот такие вот. Горошину одеть. Вот такой вариантик. Да, да. Все, мы сейчас ее запустим, какие проблемы. Паша, главное хочу пожелать тебе всегда бодрости духа, всегда хорошего, прекрасного настроения,
чтобы ты был всегда такой же юморной. Вот, по жизни так шел. Так, так легче всегда жить. Понимаешь? Спасибо, конечно. Грустить мы всегда успеем. Будь здоров, дорогой. Спасибо. Всего хорошего. Ура, ура, ура! Два рыбака сидят за столом, пьют по 100 грамм, с Настей заброшены. Ну, пили, разговаривали и решили поспорить, кто же знает лучше возраст рыбы, как определить. Один говорит, я так думаю, что по плавнику. Чем длиннее плавник у рыбы, тем она старше. Другой говорит, я не согласен, я считаю, что по чешуе. Чем чешуя крупнее, тем рыба старше. И мимо проходил инспектор. Говорит, господин инспектор, как вы считаете, вот как можно определить возраст рыбы? Говорит, это же элементарно, по глазам. Говорит, а как можно по глазам определить? Ну как? Чем дальше глаза от жопы, тем рыба старше. Вот так вот должно быть выглядеть место счастливого человека. Не 4, не 5, не 6, не 10 удилищ. Все, вот. 2 метра. Даже полтора, да? Да, полтора метра, все, хватит. То есть вот, чтобы было 2 удилища, чтобы поставить столик с прикормочкой и кашкой, да? Да. И все, больше ничего не надо, правильно? Сиди и получай удовольствие. Расскажи мне, что у тебя ловится? Карп, таранька. Сегодня поймал карпика? Да, штук 5 уже есть, даже больше может. Красавчик. На что? На горох в основном. Угу. Так, караси, тараньки, подлещики, ну, в разнорыбье. Угу. На 2 горошины? Да. Небольшой карпик. Хорошенький. Опаньки. И есть контакт. Красавчик. Волосяная оснастка с горошинкой. Крючок маленький. Да, крючочек маленький, друзья. Уже одной нету. Вот такая карпиша. Карпуша. Супер. Пока в садок, потом отпустим. Погода, да, сегодня? Супер вообще. Вообще. Я вообще в шортах. Да, в шортах и майке. А мы оделись на вечер тепло. Палатки аж сопрели. Просыпались, да, из-за того, что ночь вообще теплая. Жарко, да? Ночь теплая была. Жарко. Да и сейчас градусов, наверное, 24 где-то так. Да, 20, да, прекрасно. 25. Года. Мы бабе лето в разгаре. Вели праведную жизнь. Боженька нам дал 2 дня идеальных отметить день рождения. Александр, спасибо огромное за классную рыбалку. Было очень здорово, клево. Столько эмоций, столько впечатлений. Хватит на целый год. Мы вам приготовили небольшой подарок собственного произведения, нарисованный вот этими вот руками. Надеемся, надеемся, вам понравится. Очень, очень нравится. Супер, ребята, посмотрите на эту красоту. Вау. Дайте я получу. Все, спасибо. Спасибо. И спасибо большое. Сюда я тебе поцелую тоже. Всех получилось. Надеемся, похож. Да, да. А ну, друзья, посмотрите. Похож? Одно лицо. Кстати, очки те же самые. Очки те же самые. Друзья, у нас вторая часть Морозовского балета. Настоявшаяся уха. Представляете себе, что это такое? Я говорю, у меня уже слюни. Это та уха, которая простояла ночь в казане, в кастрюле. И сейчас мы ее пытаемся второй раз попробовать. Посербать. Класс.
Вам какую рыбу? Мне все равно. Я ем любую. Друзья, ну вот так мы заканчиваем нашу рыбалочку. Трапезу. Да, пожарили карасика, карпика. Скажу, что клев был сегодня не очень, конечно. Хотелось бы лучше. Но, как говорится, что маемо, то маемо, да? Да. По крайней мере, я показал вам как альтернативный вариант. Что взять с собой на рыбалку вместо гороха. В принципе, тут еще для экспериментов есть очень-очень много вариантов. Поэтому я и агитирую вас, чтобы вы экспериментировали, постоянно приезжая на Днестр. Получилось, ну, конечно, не так, как хотелось бы, но, по крайней мере, что-то есть. Да? Да. Марина, скажи, как тебе рыбалка вообще? Первый раз? Первый раз, да, я осталась ночевкой, мне все очень понравилось. Конечно, непривычно было, но обидно немножко, что поймали так мало рыбки, но ничего. Уверена, что в следующий раз будет лучше. Подписывайтесь да. на канал, ставьте лайки, приезжайте. Ловите. Да. Да, ловите рыбку большую и маленькую. Ну, давай. Поддерживаю. Все было классно, конечно. Хотелось бы поймать какого-то трофейного карпа, но поймали такого и на этим, скажем так, довольны. Что хотелось бы сказать еще в завершении, такой анонс опять же сделать этой уборки нашей генеральной 12 числа. Приезжайте, нужны руки, берите друзей, берите знакомых, берите детей, приезжайте, проведем хорошо время, тоже покушаем рыбку, уху какую-то там сделаем и заодно сделаем полезное дело. Все. Друзья, всем всего хорошего, пока. Все, пока, всем пока. Значит, представь себе ситуацию, Слава. Супермаркет Германия. Заходит немец в супермаркет, подходит в овощной отдел, а там эмигрант стоит. Он говорит: дружище, я хочу купить пол луковицы. Тот смотрит на него в шоке, говорит: вы знаете, я не могу решить эту проблему, мне надо пойти к менеджеру узнать, можно ли вам продать пол луковицы. Говорит: мне, честно говоря, насрать, можешь ты, не можешь, я хочу купить пол луковицы. Тот идет к менеджеру и пропускает момент, что тот кадр, покупатель, идет за ним. Открывает дверь, заходит в кабинет, говорит: менеджер, тут один идиот, блин, хочет купить пол луковицы. А тот ему маячит, что тот сзади стоит. Он поворачивает, а вот этот прекрасный человек хочет купить вторую половинку. Как мне быть, блин? Тот говорит: ну я считаю, что надо продавать. Он пошел продавать, этот менеджер в шоке, поднимается, спускается, говорит: брат, слушай, ты так реагируешь четко на эти ситуации мощные. Я думаю о повышении, ну мне такие люди нужны, ты молочага. Ты вообще откуда приехал? Говорит: я с Канады. Говорит: а что в Канаде плохо? Что в Германию приехали? А что делать в этой стране? Страна хоккеистов и проституток. Говорит: странно, у меня жена с Канады. Да? А в какой хоккейной команде она играла? Мама родная. О, Лещинский хороший. Вот это да. Вот это да, друзья. 0,8. Там тарань еще похож.